Ребят, всем привет. Такой гриб попался в березовой старой чаще. Называется березовая губка, либо трутовик березовый. С этой стороны гименофор белый полностью. С этой такого цвета. Гладкий. Гладкий абсолютно. Растет на старой гнилой березе, еще не упавшей. Ну и упавший тоже, но вот этот гименофор, он обязательно должен быть параллельно земле, то есть на землю смотреть. Если береза упала, он начинает вот эти края загибаться к земле, как бы стремиться смотреть на землю. Такой гриб, почему я его собрал, он целебный, иммуностимулирующий, противовоспалительный. Еще он, его применяют как от, не то что ожирения, а от желания, ну, желающим похудеть, тоже пьют в заваренном виде и отбивают аппетит, то есть меньше будете кушать. Ну, еще, наверное, много свойств всяких полезных, ну, я вот знаю только вот эти. Так, сейчас хотел я показать гименофор в лупу. Вот видите, как выглядит трубчатый гименофор. Мелкие-мелкие трубочки. Это лупа десятикратная. Вот видно все. Так простым глазом не наблюдается. Сейчас попробую разрезать гриб пополам и показать, как он выглядит в разрезе. Да, еще хотел сказать, он, видите, мягкий такой. Как бы мягкий, но есть его жарить, как бы нету резона. Он как бы такой твердый. Для трутовика он мягкий, а для съедобности гриба он твердый. Вот видите, как выглядит белый такой срез. Здесь. Сейчас буду нарезать мелкими полосками, сушить его, поставлю на сушку. После сушки можно будет его изменить.